улица Стартовая. Здесь производится замена бортов и асфальта. Два дня назад армяне взломали асфальт сантиметров в 10, вполне приличный. На что же они его меняют? На асфальтовую крошку. Обратите внимание, вот так выложена дорожка пешеходная по всей улице, что туда, что в обратном направлении. Вместо 10 сантиметров положенных. Подготовлено 5. Вот так делаются у нас дороги. Так называемый армянский вариант. Ну, в основании, естественно, нет ничего. Та же асфальтовая крошка. Дай бог, чтоб остался предыдущий гравий, который клали, когда делали нормально. Вот это все я отправлю на сайт Собянину. Привет депутатам Бабушкинского района.